В прошлом видео я показал вам две кисти, которыми я создаю текстурированный холст. Но я забыл рассказать о том, как использовать их в работе, и поэтому я создал это небольшое видео с объяснением, которое, как я надеюсь, поможет вам. Вот подготовленный контур, смотрите. Слева серый слой наложен при помощи блокирующей кисти (blocking brush), справа при помощи рассеивающей кисти (diffuser brush). То есть это холсты с низким контрастом. Поверх них слой с контуром. Кроме того, я использую режим наложения под названием умножение. И лишь после этой настройки всех этих параметров я начинаю рисовать. Когда вы используете прозрачные слои, то в итоге часть текстурного рисунка проступает на изображение. Поэтому я нажму на паузу и немного перемотаю запись вперед. Смотрите, вот тут у меня видна структура тонов. Я использовал слои, которые помогают тонам просвечивать сквозь. Чтобы создать темные тени, я использовал слой с, налож... с настройкой наложения и умножения. Кроме того, я использовал параметры наложения линейный осветлитель» и «Осветление основы» для придания освещению нужного эффекта. Вообще это непросто, но это все же очень быстрый и эффективный способ создать нужные цвета. По мере же работы я начинаю рисовать непрозрачной краской, а также поработаю над фоном рисунка. Но в наименее обработанных участках изображения, например в углу, где нет особых деталей, рисунок, текстуры все равно просвечивает. Он делает рисунок богатым, и обычный цвет вряд ли способен создать такой эффект. Эти кисти помогают создать текстурированный фон, который является хорошей альтернативой однотонному серому или белому холсту. Я надеюсь, мое объяснение вам помогло. Я хочу поблагодарить людей, которые не стесняются задавать мне вопросы. И если вам что-то не ясно, просто дайте мне знать. Мне нравится, что на сайте вы можете найти ответы на все свои вопросы. И поэтому не стесняйтесь меня спрашивать. Спасибо за ваше внимание.